Да не виновата я же говорю, что это все сделал Дима, а я вообще тут ни при чем. Да какой Дима? У нас вообще ни одного мальчика с именем Дима нету. В смысле? На всю школу нет Димы? Да конечно, кого он тут? А тусичка, короче, я отвечаю, я тут вообще ни при чем, на меня опять тут гонят, это не я. А, что случилось? Прошло 4 дня с момента, как учеба началась, она уже 4-й раз, нет, 5-й раз взрывает. Да что-то. Не я взрываю, вот первый раз взорвала я, а во второй тоже, и в третий тоже, но сейчас... Отвечаю, вообще не я. Вот сейчас был Дима или Маша. Короче, кто-то, ну не я точно. А Маша-то кто? Это помощница нашей кухарки. В смысле? Ты, она-то как могла? Нет, Маша-то, которая ученица 5-го Б-класса. Вот она, а не кухарка которая. Это Гоша, просто волосы длинные. В смысле Гоша? А, будто бы в 5-м Б-классе нету больше Маш, да? Только одни Гоши. Там вообще-то много людей. Маша только в 7-м учится, я тут директор. Значит, это была Катя. Катя давно выпустилась. Значит, Вера. Вера, она... Лера. Как Лера? Ксюша. А как Лера? Лида. Она-то... Вика. Лиза. Да все, короче, вы меня достали. Сначала вы подорвали кухарке штаны. Ей-то зачем? Че ты, куда ты отвернулась? Я никому ничего не подрывала. Ага, а тот парень, он заикался же, потом прекратил. Вот именно, заикался, а потом прекратил. Так это ж хорошо, что теперь не заикается. Ты даже 2-3 слова связать не можешь, еще хуже начнешь. Ну ничего, вылечат, говорят, что это не навсегда, так что я... Он седой, как я, он белее меня, он так белый. Это сейчас мода такая, я тоже недавно была седая. Ну так мода такая на пепельный он цвет. Он теперь стоит в переходе, у него на бумажке написано «Ведьмаку заплатить за чеканные монеты». Нет, вот это уже походу клиника, вот это клиника, да, походу неизлечима. Я на работу опаздываю, можно это? Мы ее заберу и... Да, можно мы пойдем, потому что я как бы президент, вы понимаете, мне нужно идти. Какой она президент, если она президент, я Трамп. Кто такой Трамп? Не та вселенная. Ну этот, Капитан Америка. Да, Капитан Америка так вообще подходит, господи. Короче, это не я, это был Дима, все, до свидания, люблю. Еще одна выходка, и выйдите. Девочка, выйди пока, я поговорю с ней. Короче, если она еще раз накосячит, мы ее... Она что, динамит, пацан? Плоска, ты можешь? Да мне не видно, я ростом не вышла, я не вижу ничего. Если она еще раз закосячит, то все, мы ее увольняем. В смысле увольняем, она же... Отчислен тогда. А куда она учиться будет? Ребзи. Пускай... Пойдешь меня отчислят! Не-не-не, я ее учить не буду. Нет, как чё? Мне пофигу. Ну а чё, да чё он сказал? Я ничего вообще не слышала. Короче, он сказал то, что ты будешь и в первую, и во вторую смену учиться теперь. У меня есть план, погнали, все, домой. А можно не в первую, не во вторую, можно в нулевую? Можно я в дома в Brawl Stars поиграю, Майнкрафтом иногда, ну пожалуйста. Все, погнали. Ёлки-палки. Короче, я тебе говорю, да куда ты отворачиваешься, когда с тобой серьезно разговаривают? Ну не надо так в школе косячить, зачем ты меня-то подставляешь? Ну я... А ты тут каким боком? Я подставляю папу, который кинул меня, который уехал с мамой на Мальдивы, а меня оставил. Тихо, тихо. Во-первых, ой, там какие-то школьники дерутся. Вообще-то они дэнсят и смотрят на меня. Привет, красавчики! Уху! Да-да, Ишкери! Е-е-е! Нашли, Фласка! Я роняю за поту кожаные Фласка. Штаны! Я банан! Что ты, банан? Привет! Пошли! Я тебе говорю, меня с работы цепляют. Я вообще-то сейчас и за тебя, и за себя работаю формально. Только пока балдежно, ты... я теперь буду работать за нас обоих. Поехали. Кого? Тебе надо с директором подружиться, как минимум, чтобы он до тебя не докапывался. Да зачем мне с ним дружиться, Адусь, скажи мне. Ага, он сейчас будет за каждый косяк. Он какой-нибудь маленький косяк сделает и на 2 смены тебя подсадит. Так он так и так меня на 2 смены садит, даже если нет косяков. А если подружишься, а вот ты подружилась бы, будет все бы нормально. Так что, не знаю, придумай какую-нибудь. Так мне что, с ним подружиться надо и все, что ли? Ну да, ты что, не умеешь, что ли? Умею. А, мама говорила, если ты хочешь с кем-то подружиться, если ты накосячил, нужно сделать мини-презент. Например... Покорми его. Покормить? Но я не умею готовить. Котлеты мамы дать? Не прокатит. Она уже вкусно готовит. Может, торт? Торт! Точно! У меня есть кое-что на уме. Ага, я приготовлю самый вкусный торт в городе. Так, давай-ка вначале мы с тобой заедем в магазин. Что там на торт нужно, напомни мне, Адусь. Пшеница, сахар. Пшеница, сахар. Так, хорошо, здесь есть пшеница или сахар? Ищи. Так, я вижу хлеб. А сверху что на полочках? Морковка.
О, пшеницу вижу. Так, сахар надо найти. А сколько пшеницы так надо, Адусь? Адуся, так, да. Пшеницы возьми три штуки, три штуки. Так, три штуки так взяла. А тут, походу, сахара нет, Адусь. Так. Ну-ка, консультант, а у вас это, есть сахар? В другом отделе. В этом? Нет, в магазине. В другом магазине? Ага. А где другой магазин? Тихо-тихо, секунду. А мы когда, короче, за пшеницу в другом магазине оплатим, ладно? Чего вы сказали? Бежим, Фласка! Бежим, бежим! А почему не оплатим-то? У тебя же есть деньги наверняка. Почему, типа, грабим? Я снять их добыл. Ну, грабить плохо, ведь так нельзя. Ну, если только в Майнкрафте. А вообще так, ребята, не делайте, грабить плохо. Я не хочу тратить деньги последние, которые мне и так зарплату. Я выполняю двойную работу, мне никто не платит за это. В смысле, я тебе плачу? Сколько? 10 тысяч в месяц я тебе плачу, вроде бы. Если бы долларов, и ладно. Адусь, ты где? Адусь, я тебя потерял. А, вот ты где, елки-палки. 10 тысяч долларов, ничего себе, это сколько? Это сколько? Это сколько так, выходит? На, покупай сахар, давай. Стоп, 10 тысяч долларов, это сколько? Это сколько тысяч? Я говорю, если было бы так, так, так ты же баба Галя, здравствуйте, я за сахаром. Привет. Адусь, я самый хороший. Давай, вот 3 кило тебе. Мне 3 кило, да я только за баб Галь. Так, спасибо, я еще хочу. И еще хочу. А убери, что хочешь. А, все, денег не хватает. Все, спасибо, баба Галь, я пойду. Так, Адусь, мне хватит 6 штучек? Ой, да, пошли. Иху! О, ты уже яички яйца купил? Да, я не стал ждать. Мы сейчас пока вот будем. А, Адусь, а можно мне за рулик? Мне кое-куда заехать надо. Куда? Ну, неважно, неважно, давай, садись. Это, короче, не знаю, говорить или нет. Секретный ингредиент, так. Нам сюда, Дусечка. Ингредиент секретный. Да. Так, давай ты вот здесь вот посидишь. Посиди, короче, в машине. Нет, Деня, сиди в машине, понял? Сиди в машине, так. Ну, ладно. Короче, ребята, побегу без него, а то он увидит, что это черный рынок, и все, короче, он мне опять это по жопе надает, что я опять что-то такое покупаю. Что-то незаконное. Пика, привет! Пика, привет! Пика-пика! Ой, ты мой маленький, ты мой милый. Короче, Пика, мне нужен порох, у тебя есть? Ага, пика-пика-пика-пика. Так, ничего себе! Блин, Пика, а можно в долг? У меня денег нет, я все потратила. Пика-пика-пика! Спасибо, Пика, что занял, я, короче, 2 доллара отвечаю, верну. Все, спасибо. Пика-пика-пика! Верну, все, Пика, давай. Пика-пика-пика! Пика, ну ты же знаешь, что я верну, просто не завтра. Все, люблю, целую, пока-пока! Короче, Ребзя, это порох, и он нужен для просто бомбического тортика. Давай, в прямом смысле. Где? У меня нет ничего, у меня сахар, это был сахар. Ты где? Ой-ой-ой-ой. Все, поехали. А, да, как ты меня нашел? Как ты меня нашел? А, да, мне тут уведомление на телефон пришло. Спасибо за покупку, вы всегда дороги для нас. В смысле, Адусечка, так я в кредит. Я тебе говорил, никогда не оформляй на мои симки. Почему ты все время зарегистрируешь на мой e-mail, то на мою симку? А просто мою уже заблокировали. Пошли. А там было написано, что я купила? Нет, там просто поблагодарили. А, ну ладно. Так, Адусечка, короче. Ага, все, спасибо, так, хорошо. Я пошел сидеть смотреть фильм. В смысле, а помогать мне не будешь? Ну и... Ну, на закинь пшеницу, вот это все. Ну, в Майнкрафте. Все, давай, иди, шуруй, я все сделаю без тебя. Короче, Ребзю, вы знаете, что тортики печь я не умею, но у меня есть Чикиту Бамбитус, который мне во всем поможет. Адусь, мне тут это. У нас это в подвале сахар, да, мне не хватает, я кручу со сахаром, да? Ну ладно. Давай, приятного просмотра. Ёлки-палки, лишь бы он не понял. Чикиту Бамбинус, вы здесь? А, да, мои хорошенькие. Так, это, короче, у меня для вас заказ. Мне нужен вверху ада, если он нас услышит, он нас прогонит. Короче, мне нужен просто бомбический торт, в прямом смысле этого слова. Вот вам, короче, порох, вот вам сахар. Чтобы, короче, он был с виду похож на обычный торт, но внутри он был просто бомбезный, поняли? О, проблема с сенеретом. О, да, давайте, мои чикитус бомбитус. Я доверяю вам. Эй, кому-то... Адусечка, я иду, да, все, вот я тут это сейчас, все, ты сиди, я сейчас закину все, что осталось тут это в печку, так. Все закинуло, в принципе, сейчас сколько он... Сколько же там ждать? 2 часа. Ай, ладно, посижу. Давай вместе посмотрим с тобой мультик. Посижу, посмотрю. Ну ладно. А,
В общем, Ребзи, тортик уже готов, и мы отправляемся к моему директору домой, чтобы вручить. А дочка позвонила ему, и он сказал свой адрес. Так, а дочка, нам долго ехать? Ой, где-то здесь недалеко. Тут... О, он сказал Красный дом, вроде бы вот это, нет? Вроде бы вот этот. Ну-ка. Так, давай-ка я на всякий случай немножко отпаркую машину. Ну так, ну, мало ли чего. Так, хорошо. А зачем? Ну просто... А, ну ладно. Некрасиво, ты прям встал посерединке, а так не делают. Ага, ребят, потому что бомбанет все только так. Так, короче... Извините. О, алло. Извините, это Фласка Саториковна. Что? Что это? Фласка Саториковна, можно? А, да. Здравствуйте, в общем, мне хотелось бы извиниться перед вами, меня тут это... Меня никто не заставлял, чисто я из своих соображений решила извиниться перед вами за то, что я 5 раз подорвала школу за... Сколько там? 7 учебных дней, да? Или 6? Ну, короче, вот, решила извиниться и испекла вам тортик. Ой, наконец-то до тебя дошло, о, молодец, молодец. Вот. Все это, да. За торт спасибо, ну это ты давай это, проваливайте, короче, я так-то... Это Кармелита началась. А, ладно, давай смотреть свои сериалы. А Дусечка, он неблагодарный, я тебе так скажу. Он очень злой. Ну ничего, его еще покарает совесть. Так, давай-ка мы это аккуратненько вот здесь вот встанем и посмотрим, что будет, когда он начнет есть тортик. Так, поехали, может? Сейчас, погоди, Дусечка, сейчас он начнет есть тортик. Короче, сейчас бомбанет. Че это за звук? Че за звук? Ой. Ва! Какой бомбезный тортик вышел. Что-то как-то мои чеки тут бомбят. Ой! Фласка, гони, 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 дочка, давай, 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 гони! Гони, 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 гони! Ёлки-палки, чеки-то бомбитос, походу, немножко переборщили с динамитусом. Какие чеки-то бомбитос? Ну, эти, которые чипсы мне поставляют. Я заказала у них бомбезный торт. Ой, а это... Извините, а вы что такое? Фласка! Да, я Фласка, вы ко мне в гости? Если вы хотели записаться и рассказать о своих планах... Я тебя отчислю из этого мира. Ой. А да, походу, это директор. Погоди, давай-ка мы отойдем. А, Дусечка... Это как-то его бомбануть должна была, что-то... А да, я отвечаю, я ни при чем, но у меня есть план. А ты стой, короче... разговаривать, короче, я пошел с ним разговаривать. А да, ты разговаривай, а я это позову свою подругу. Так, Ребзи, мне нужно перевоплотиться. Нет, ну... Так, дайте я-ка сюда вот зайду. Тики, давай! Ты а теперь мы пойдем и разберемся с этим, с этим, с этой акумой. Эй, ты, мальчик! Я, Леди Баг, пришла это, спасти всех! Наться будешь? Ты кто? Я Леди Баг, подруга Фласки, пришла спасти тут всех. Подруга Фласки? Да, подруга Фласки. Раз подруга Фласки, иди разбирайся с ним сама. Я вот честно не хочу с этими громилами что-то делать. Я пошел отсюда. Да, давай, давай, иди, иди. А, ты будешь там стоять? Так, ребята, если я сейчас начну палить в этого монстра из вектора, тогда Адочка поймет, что это я. Поэтому надо достать своего пупсика. Где-то он тут у меня был. Опа, познакомься с моим пупсиком! Опачки. На-на-на-на-на. Директор. О, вы это, хорошо себя чувствуете? Что сейчас происходило? Ты кто? Вы акклиматизировались, а я чудесная Леди Баг, которая спасла вас. Девочка, откуда у тебя легализация оружия на миниган? Миниган только у президента. Я Леди Баг, мне можно все, понял? Чего? Леди Баг, еще слово, я тебя от Леди Бачу, понял? Ага, еще слово, я скажу президенту, и он тебя отлетит. Моя подруга президент, мне можно все в этой жизни. Давай. Я еще премьер-министр. Моя подруга президент. А, фиг с тобой, ответственность на тебе. Ты стреляла, ты палила, я пошел домой. А, директор, как? Все с вами хорошо? Где-то болит, вас, может быть, в скорую отвезти? Ой, господи, в больницу. На чем закончилась Кармелита? Давайте я просто это в водичке вам принесу. А, да, это надо. Где я? Я сейчас приду. Ёлки-палки, короче, так Адусечка не видит. Так, я надеюсь, он не заметит то, что я, не перевоплотившись, зашла в дом. Так, ёлки-палки, он палит. Надо съёбиться, что это не я. И ладно, типа я живу здесь. Короче, ребята, буду на этом с вами прощаться. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь не очень интересно. С вами была Фласочка. Всем удачи и пока-пока.